Строительство школ и детсадов почти на 15 миллиардов рублей развернуто в Дагестане. Об этом сообщают в правительстве республики. Для ликвидации в школах трехсменки и решения вопроса нехватки мест в детских дошкольных учреждениях из федерального бюджета выделены значительные средства. Всего строится 77 социальных объектов, в их числе 57 детских садов и 20 школ. Часть соцобъектов возводится в рамках передислокации Каспийской флотилии в Дагестан. В этой связи власти республики обратились к президенту России с просьбой привлечь Министерство обороны России в качестве исполнителя работ по строительству.